Всем привет, друзья! Итак, продолжаем нашу кампанию Grimtor War нашествие варваров за Византию. Движемся к триумфу. И начну я эту серию с того, что войска из Петры, ну те войска, которые захватывали город, перенаправлю обратно в Антиохию, потому что обстановка накаляется. Здесь уже начинаются проблемы с Саламисом, с Иерусалимом. Будем сейчас постепенно ситуацию регулировать. Вернемся сейчас в Антиохию, немножечко переобучимся, возьмем лошадей и будем смотреть, где вспыхнет восстание. Сразу будем его ликвидировать. Начинаем осаду тем временем Салона. Строим все, что необходимо. Город достаточно большой был, пока его не захватили, не разграбили, не уничтожили. Там сейчас всего лишь на все 4000 народу живет. Кроме того, начинаем осаду Лептис Магна. Все, строим башенки. Здесь все в порядке. Александрия. Так, судя по всему, нам придется сейчас разбираться с Саламисом. Корабли можем переобучить в порту Тарсуса? Можем. Да, переобучим. Корабли нам сейчас понадобятся. Ладно. Здесь мы осаду начали. Все, это войска, которые я в качестве гарнизона нанимал, да? Так, этих пацанов давайте отправим в Рим на переобучение, потому что в Медиолане я их не могу переобучать. Или могу? Нет, не могу. Так, заходите сюда, парни. Так, значит, отсюда вот до сюда. Плюс этот пацан, это наша армия. Выдвинемся, посмотрим, что здесь. Кому принадлежит город Массилия? Может, захватим его тоже по ходу? Большой бортовый город, почему бы и нет? Заканчиваем ход. Посмотрим, сколько денег с этого можно будет взять. Забыл заключить договор, кстати говоря, с бургундами. Так, денег очень мало получаем за ход. Так, ладно, топим этот корабль. Корабли, которые осаждают порты. Все, минус. И идем в сторону порта Карфагена, снимем осаду оттуда. Блокада порта влияет сильно на нашу экономику. Этого нам не нужно. Что здесь? Так, нейтральная фракция. Вандалы осаждают Массилию. Ну ладно, вандалы так вандалы. Давайте заберем себе Салонны. Бам. Clear victory. Давайте просто оккупируем город. Сколько нам остается городов до победы? Еще один город. Так, что у нас с Лептис Магной? Атака. Абу Яфу ибн Алгама. Два к одному, да? Ладно, пока поддержим пацанов в осаде, пускай там маринуются. Так, а что вандалы? Вандалы кочевники или не? Кочевники. А у них нету этого самого пехоты, поэтому они ничего не могут сделать. Ладно, заканчиваем пока ход. Медиалан что-то бунтует. Так. Че? Че вы ксетифонт, блин? Так. Разобьем этих пацанчиков, как вы думаете, или не? Жалкие остатки вандальской орды или не? Не знаю даже, стоит, не стоит. Ну, рынки построены. Кельты гунны там между собой разбираются потихонечку. Ксетифон, блин, что ты хочешь, тварь, а? 15 тысяч населения, судя по всему, придется здесь сделать вот так вот, да. Бац, бац. Еще сделаем бац, бац. Армия. Бац. Ну-ка, закончим ход.
Так, охренеть, здесь какая гигантская армия этих повстанцев. Но мы их побеждаем. Побеждаем. Отлично, отлично. Бургундия. Так, надо с бургундами срочно заключать договора. И Кситифон сразу восстал. Это где? Это в Цезарии расплодились. Давай ты сюда. Так. Ты давай сюда. В Хатре есть. Генерал нету. Давай ты в Хатру. Так, раскидали пацанов. Так, здесь вот эти 3-4 отряда возвращаем в Антиохию. Так, здесь понятно. Понятно, слишком много народу. Раз, два, три. Сюда. А вы, пацаны, давайте в город. Отлично. Здесь, твою мать, нету казар. Просто какой-то... Блин. Вандалы осели в Массилии. Так, давай, отойди отсюда. Ты тоже еще раз отойди. Все, уходим обратно на свои земли. Потому что если я сейчас разобью вандалов, они снова превратятся в гигантскую орду, которая будет против меня враждовать. Мне этого не надо. Так, Ситифонд. Осада и строимся. 12 тысяч народу. Все ясно, все понятно. Казармы тем временем строятся в Антиохии. Надо будет ждать 3, потом еще 3. Блин, да. Конечно, с этими постоянными восстаниями нормальной военной базы у нас так и не получилось создать. Что в Липтис Магна было 2 к 1. Посмотрим, что сейчас. Сокращается население. 2 к 1 по-прежнему. Подождем еще ход. И авторасчетно возьмем. О, здравствуйте, здравствуйте. 3 семерки подъехало, да? Так, по пехоте у нас 4 отряда только. У них 1, 2, 3 здесь. У этого пацана тоже. Ну, хотя у него все покоцанное. 4 отряда. Но у них очень много кавалерии. Ну ладно, поехали. Будем снова сражаться. Посмотрим, на что здесь способны берберы в очередной раз. Надеюсь, мы их разгромим. Если побеждаем, кстати, Абу Яфур Ибн Алгама откинет копыта, и Лептис Магна перейдет под наш контроль. Это будет просто прекрасно. Поехали в битву. Начинаем размещение войск. Так, равнина, значит, да? Равнина. Основная задача — прикрыть тылы пехотинцам. И, конечно же, если мы им прикроем тылы, с большой вероятностью пацаны затащат. С не 100% вероятностью, но с очень большой вероятностью, если им в тылы никто не будет бить. В лобовом столкновении наши парни посильнее. Начинаем битву. Попробуем разбить армии по отдельности. Поэтому начинаем агрессивно. Идем вперед. Лукарям отключаем отбегание. И давайте попробуем зафокусить кого. Ну, давайте вот этих хилменов отдадим по ним залп разок. Пехотинцами подавим. Получают залпики хилмены? Да, получают. И очень сильно просаживаются. Теперь включаем огненный стрел и бьем сюда. Сюда бьем, сюда, сюда. Конницей 3 отряда заходим на фланг. Так, здесь фокус по генералиссимусу вражескому. Пехота наша пошла вперед. Здесь бьем по этим парням, здесь по этим, здесь по этим. Так, здесь бьем сюда. Да, и все, пошла паника во вражеских тылах, и все мгновенно вспыхнуло. Так, здесь добавляем,
Здесь разворачиваемся. Так, все, пехоту разворачиваем лицом к противнику. Лукари отводим в тылы. Так, здесь бьем этих, здесь этих. Один отряд кавалерии перенаправим сюда. Твою мать, это кто тут такой стойкий-то? А, понятно, бронированный верблюд. Так, бьем сюда. Бьем сюда. Так, здесь возвращаем. И, конечно же, бронированный сраный верблюд обратил в бегство наших два отряда кавалерии. Так, здесь убегаем, здесь бьем, здесь подходим. Все, испугался пацанчик, здесь бьем. Здесь бьем, здесь возвращаемся. Так. Ух, твою... А, это лучники. Я думал, верблюд обратил в бегство наших... Так, лучников уводим. Здесь бьем, здесь возвращаемся. Что-то я с контролем начинаю тупить уже под конец боя. Ну, вернее, начиная с середины я уже туплю, но... Ладно. Все, верблюжатина испугался, убежал. Верблюд силен против пехоты, но против... Вернее, против кавалерии, но против пехоты он сделать особо-то ничего не может. Вражеский генерал... Наша цель. Давайте дадим по нему залпики. Перестраиваемся. Здесь возвращаем обратно парня. Давайте попробуем тремя отрядами по генералу вражескому. Здесь развернем наших лукарей и пехоту. Так, он убегает. Ладно. Раз убегает, преследовать не будем. Опасно очень. Так, что здесь? Вернулась часть нашей конницы. Давайте ее вот сюда подтянем, в тылы. К сожалению, потеряли один отряд лучников полностью, но это не смертельно. Так. Лучников наших, конниц нашу стреляем. Так. Лучники. Ну что, я думаю, надо подойти немножечко вперед. Пехотой бежим. Два отряда лучников, давайте постреляем по вражескому полководцу, что там для этого получится. Ой, здравствуйте, он в ближний бой пошел против наших пехотинцев. Я не знаю, что они все в лоб лезут на наших мечников, это же тупо, это просто тупо. Все. Завяз в бою, получил натиск от кавалерии и умер. Зачем так делать? Ну, хотя нам это выгодно. Давайте продолжим натиск. Ай-яй-яй. Здесь обратили в бегство. Здесь бьем. Здесь бьем. Нашего полководца убивают тем временем. Здесь бьем. Здесь обратили в бегство. Здесь убегаем. Сейчас зайдем в тыл к вот этим вот отрядам. Поехали, поехали, быстро, 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 быстро. Все, испугались. Отлично. Здесь добиваем этих. Здесь бьем этих. К великому сожалению, вот эти вот парни меня очень огорчают. Очень огорчают. Так, вот здесь разбили. Здесь доубивали. Так, здесь добиваем. Растаскивают очень сильно меня, очень сильно. Здесь сюда. Отлично. Так, надо объединять войска наши. Так, не пойдет. Ну, давайте ударим. Натиск в тыл, да, не успел развернуться. А вот этих уже мы встречаем лицом. И по стоячим они получают натиск. Сразу убегают. Отлично, здесь тоже разбили отряд. И здесь остается только генерала добить вражеского.
Так, что здесь? Кто ты? Ты кто? На, лови. Все, убежал. Лучников бьем. Вражеский полководец отступает от нас. Тяжелейшая битва, на самом деле. Очень тяжелая. Но я думаю, победим. Так, двигаем лучников. Отлично. Лошади испугались. У нас 29 человек испугалось 5 верблюдов. 29 испугалось 5. Ой, твою мать. О, а здесь целых 30 наших легионеров. Так, ладно. Остается у нас только пехота. Два отряда. Ай, блин. И они тоже испугались. Что за дичь? Что за дичь просто? Ну, эти вернутся еще, лучники, конечно же. Эти лучники вернутся. Еще там вот, вот эти лошади наши вернутся. Добьем вот этих. Так, эти испугались. Верблюжатины надо добить. Эти 5 человек, они просто охренели. Добиваем верблюжатину. Очень путная катка получилась. Блин, я не думал, что будет так путно. Все, этих разбили. Пошли, преследуем. Добьем вот этих. Конница вернулась, 29 человек. Это хорошо, но она усталая. Усталая конница, это просто ни о чем. Она, у нас сейчас вернутся еще 2 отряда лучников. 100%. Два отряда лучников, это нормально. Так, перестраиваемся. Один мечник вернулся, тоже хорошо. Так. Ждем, пока эти парни остановятся. Так, ну мы находимся под обстрелом. Кто нас обстреливает, я не могу понять. Генерал их не что ли? Да, у них, оказывается, генерал — это стрелковая кавалерия. Тяжелая стрелковая кавалерия. Это на самом деле не знал. Неужели не остановится наши парни? Два отряда лучников. Но мы все равно побеждаем. Ладно, заканчиваем битву. 1000 человек убили, потеряли 500. На самом деле, молодцы берберы, дали нам очень-очень мощную битву. Заканчиваем. Тяжелейшая победа под Лептизмагна, и захватываем город. Прекрасно. Так, Ксетифонт, ты чё? Ой-ой-ой, Сидон, Саламис, Арсакия. Ксетифонт. Что тут за войска? Огромное количество лучников, пехоты нету. Чистая победа. И не только победа над городом, но и победа в кампании, друзья мои. Да, мы это сделали полностью. Выполнили условия победы. Я всех с этим поздравляю. Друзья мои, шли к этому ровно 20 серий. Примерно я рассчитывал на 15 серий, но из-за берберов у нас кампания растянулась на 20 серий. Все, захватываем город. На этом, я думаю, можно заканчивать, друзья мои. Будем еще играть, конечно же, в Rim Total War. Возможно, будем моды какие-то играть. Возможно, будем играть в ванильную ромку. Посмотрим, как получится. Планирую еще поиграть за Западный Рим, но когда это будет, точно сказать не могу. Всем, кто смотрел от первой до последней серии, большое-большое спасибо. Всем тем, кто смотрел фрагментами, тоже большое спасибо. Всем тем, кто ставил лайки и оставлял комментарии, я тоже выражаю большую-большую благодарность. Ребята, летсплей зашел очень хорошо. Все были довольны вроде бы как. Мне очень приятно, что вы оцениваете мой труд, мое творчество, скажем так. И всем спасибо еще раз. До скорых встреч.